и в заключение песня, которая это есть на диске «Звонарь». Многое из того, что я сегодня пел, есть на этом диске. Заметает вьюга берег детства, бумажный кораблик, звонарь, слушай, старик, Каин, небо синими глазами, дождь. Все есть на этом диске. И вот еще одна песня, которая была написана в Коктебеле вот, в прошлом году. Тем она и близка и дорога, что сейчас вот как раз в Крыму для крымчан звучит песня, которая написана в Крыму. Художник. Спасибо большое. Вот на этой светлой, да, грустиночкой ноте мы закончим. Можем, конечно, еще одну, но не будем. Не будем, да. Вот, значит, по дискам
Один не продаю, продаю пару. Нет, один тоже продаю. Один за 500, а пара за 600. Так что вот, да. Так что, да, кому понравилось. Тут, понимаете, какая штука еще. Я ведь необычный такой бард, да? Вернее, нетрадиционный. Ориентация я традиционный, нормальный. Вот бард я нетрадиционный. Каждый диск, да, каждый диск — это не просто труд, скажем, мой, да, которым ничего не стоит. Это огромный, колоссальный труд многих-многих людей. От дизайнера до звукорежиссерского цеха и так далее. Для того, чтобы выпустить 1000 экземпляров, скажем, вот «Звонарь», обошелся проект в 250 тысяч рублей. Поэтому, да, поэтому я говорю, да, и диски многие не покупают, потому что есть флешки, мы сейчас, говорит, скачаем с интернета и так далее. Поэтому сейчас я говорю так, что покупая эти диски, вы помогаете выжить в это непростое время и помогаете записать следующий альбом. Иначе мы так и в общем, иначе за авторскую песню не чокаясь тогда будем пить. Все, доброго вечера всем, искренне ваш.